Здравствуйте, эфир национального телевидения «Чуваша», информационная программа «Республика», студия Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Привел в порядок себя, приведи в порядок свою планету. В Новочебоксарске проходит конкурс на самый благоустроенный двор. Алмерия, Москва, Чебоксары. Велопутешественник из Испании доехал до Чуваши. Земля раздора. В Цивильском районе не могут поделить участок селяне и многодетная семья. В Мариинско-Посадском районе подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. В совещании с активом района принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. В Мурпосаде работала и наша съемочная группа. Первое полугодие Мариинско-Посадский район завершает с неплохими показателями. В муниципалитете динамично развивается сфера туризма, продолжается капитальный ремонт домов и дворовых территорий, реализуются инвестиционные проекты. Местные власти строят амбициозные планы. Перспективы муниципалитета с руководителями района глава республики обсудил на рабочей встрече. В Мариинском Посаде дают зеленый свет предпринимателям. В ближайшие годы один из бизнесменов планирует открыть в районном центре асфальтобетонный завод. Развивается успешно и агроотрасль. Инвесторы активно вводят в оборот заброшенные земля. Сейчас заходит к нам на наши земли очень крупно, мы считаем, сельхозтоваропроизводителей «Авангард». Сколько не обрабатываем? У нас на 1 января нынешнего года было 8311 гектаров. А на сегодняшний день, вот если мы убираем цифру, то получается 7600. На расширенном совещании с активом муниципалитета глава республики обозначил приоритетные задачи. Необходимо активизировать работу по сбору налогов, завершить сжатые сроки и ремонт в школах и навести порядок на улицах города, где так часто останавливаются туристические теплоходы. Михаил Игнатьев отметил, что только от актива муниципалитета зависит, как дальше будет развиваться район. Наша задача, прежде всего органов власти, постоянно на системной основе общаться с населением. Главы сельских поселений должны проводить встречи, отчитываться, рассказывать об успехах, выслушивать селян. Если селяне поднимают вопросы, в отдельных случаях они практически даже не касаются финансовых средств. Надо мобилизовать людей, надо организовать людей. Сегодня же в Мариинско-Посадском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, пятый по счету. Появление ФАПа жители деревни Сучево ждали давно. Говорят, что раньше фельдшеры пациентов принимали в небольшом деревянном здании. Теперь медики будут работать в более комфортных условиях. Новый пункт оснащен всем необходимым. На его строительство из бюджета было выделено более 2 миллионов рублей. Качественная медицинская помощь теперь будет доступна для жителей 5 соседних деревень. А в ближайшие годы в Мариинско-Посадском районе будет построен еще один ФАП. Медрик Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. Сегодня поздравление с 90-летием принимает один из самых уважаемых и авторитетных руководителей республики. Бывший первый секретарь Чувашского обкома КПСС Илья Павлович Прокопьев. Одним из первых юбиляра поздравил Михаил Игнатьев. Илья Павлович Прокопьев руководил Чувашией с 1974 по 1988 год. До этого долгое время был начальником отдела, вторым секретарем обкома КПСС. В юности собирался стать учителем, даже окончил педучилище, но практически сразу ушел на фронт. Служил на Дальнем Востоке аж до 1950 года. А когда вернулся на родину, познакомился с тогдашним руководителем республики Семеном Услюковым. Его до сих пор называют своим учителем. Хотя самого Илью Павловича Прокопьева считают таковым ни одно поколение управленцев. Глава Чувашии признался, что до сих пор помнит встречу первого секретаря обкома КПСС с вновь избранными руководителями хозяйств. С тех пор таких встреч было немало. Широта души, порядочность, честность, справедливость вот дали и дают этому человеку еще заниматься общественной нагрузкой. Он встречается и с молодежью, и подсказывает нам, как нужно правильно, с честью и достоинством выполнять прямые функциональные обязанности. Все собравшиеся поздравить юбиляра вспоминали, в бытность Ильи Павловича первым секретарем столица республики словно обрела второе дыхание. Жилищное строительство бурно развивалось, огромное внимание уделялось социальной сфере. Дальнейшее развитие получил агропромышленный комплекс. Были построены целые микрорайоны, Новоюжный район, Северо-Западный район, Юго-Западный район. Появились объекты социальной направленности, дворцы культуры, больницы, школы, ряд других объектов.
За свою деятельность Прокопьев удостоился многих наград, орденов Отечественной войны первой степени, Трудового красного знамени, ордена Ленина. Сегодня к ним прибавился еще один, который самым лучшим образом оценивает все, что сделал Илья Павлович для своей малой родины. Орден за заслуги перед Чувашской республикой. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. ЦИК Чувашия зарегистрировал сегодня кандидатов в депутаты Государственной Думы России. 5 человек намерены баллотироваться по Канарскому одномандатному округу, 3 по Чебоксарскому. Сегодня же зарегистрирован список кандидатов в депутаты Госсовета Республики, выдвинутых Чувашским отделением КПРФ по единому избирательному округу. Программа предоставления земельных участков многодетным семьям реализуется в Чувашии с 2011 года. За это время на дело получили более 4000 семей. Однако в Цивильском районе некоторые до сих пор не могут получить положенные им участки. При проведении измерительных работ кадастровый инженер допустил грубые нарушения. Кто виноват и что делать в сложившейся ситуации, выясняла наша съемочная группа. Этим земельным участком в поселке Молодежный семья Татьяны Павловой владеет более 25 лет. За долгие годы успели обзавестись домом и большим подворьем. Татьяна Ивановна рассказывает, вопросов о законности права собственности до недавнего времени не возникало. Все проблемы начались с того момента, как землю здесь начали распределять многодетным семьям из Новочебоксарска. Смотрю, она колышек, девушка с администрации, колышек поставила. Я говорю, а вы зачем туда ставите? Она говорит, как она, подождите, высказала, что вы наглую, говорит, а самозахватом вы, говорит, захватили землю эту. Все документы у нас находятся. Мы находимся здесь с 95-го года. Эта земля с 97-го года дана. Местная жительница обратилась в администрацию, чтобы разрешить земельный спор. В ходе проверки выяснилось, что участок стоит на кадастровом учете, имеется госакт на право собственности, в котором указаны условные границы на дело. Процедуру межевания семья Павловых не проводила. Кадастровый инженер, проводивший оформление участков для многодетных, похоже, на место выехать пленился, воспользовался спутниковыми снимками. Инженер должен был сделать заключение, там есть раздел заключения в межевом плане, где должен был описать сложившуюся ситуацию. В данном случае он ничего этого не указал, заключение, соответственно. Либо второй вариант, он должен был приостановить работу до тех пор, пока не схему, вот эту утвержденную схему земельных участков администрация Новочебоксарска не исправила. Это тоже не было предпринято, материалы мы сформировали, отправили в прокуратуру на этого кадастрового инженера. Государственные земельные инспекторы на месте измерили границы спорного участка. Фактически вы используете большую площадь, чем вам предоставлено. И вам нужно уточнить площадь в документах. То есть у вас как бы два варианта. Либо переставить забор, либо уточнить площадь. То есть провести межевание. Вот это превышение площади является нарушением законодательства. Попадает под вернее, за это предусмотрена административная ответственность. За использование земельного участка в отсутствии прав на него. Вот, и данные нарушения обязательны для устранения. В этой связи будут выданы предписания. Даже если семья Павловых проведет межевание и уменьшит площадь участка, проблемы это не решит. Положенных 10 соток на многодетную семью все равно не хватит. Сейчас администрация Цивильского района взяла этот вопрос под особый контроль. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Очередной несчастный случай на воде. В Чебоксарском заливе утонула 11-летняя девочка. Днем 28 июля в правоохранительные органы Московского района города Чебоксары поступило сообщение о гибели 11-летней девочки, утонувшей у Пионерской набережной в акватории Чебоксарского залива на территории, где купаться запрещено и имеются соответствующие знаки. По предварительным данным, девочка не умела плавать и, зайдя в воду, захлебнулась. Тело погибшей было обнаружено спустя 2 часа обследования водоема. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Всего с начала года на воде погибли уже более 40 жителей республики. Оперативные службы призывают родителей контролировать время препровождения детей на каникулах и не оставлять их без присмотра вблизи водоемов. Поезд «Канаш-Чебоксары» на 8 дней выведут из расписания в связи с ремонтом пути на перегоне «Канаш-Траки».
Поезд номер 6502 не будет курсировать с 3, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 27 августа. А поезд номер 6505 Чебоксары-Канаш 2, 4, 8, 11, 15, 18, 22 и 26 августа будет следовать по другому расписанию. Время отправки из Чебоксар 18:30, время прибытия в Канаш 20:50. На расписании поездов дальнего следования ремонтные работы не скажутся. Красота своими руками. Жители Новочебоксарска принимают участие в благоустройстве города. Начать решили со своего двора. Гортензии, хосты, виолы и петунии. 70 разновидностей растений и более 300 кустов. Такие цветочные поля раскинулись прямо перед домом номер 37 на улице Семенова в городе Новочебоксарск. Мария Логинова первая решила украсить цветами свой двор. Жильцы дома не просто поддержали эту затею, но и решили принять активное участие. Нашему дому 27 лет. И как только заселился, рядом с домом появился вокзал. Вокзальная часть дома. Вот. Это территория, как обычно, там, где рядом вокзал, мусор и прочее. Мы решили все-таки облагородить наш участок, поменять внешний вид. Растения – это источник кислорода, источник фитонцидов. Снимает напряженность, физическую и умственную напряженность с человека. Вот с этой целью мы решили все-таки и превратить наш дом в цветущий, красивый сад. Практически каждый вечер активисты дома поливают, полют и всячески ухаживают за своим садом. Сейчас двор 37-го дома не только красивый, но и чистый. Как признаются сами жильцы, бросить мусор у такой красоты рука не поднимается. В 13-м, 14-м, 15-м годах мы участвовали в городском конкурсе благоустройства и озеленения придомовой территории. И мы там заняли первые места все 3 года. В этом году не будем участвовать, так как мы будем участвовать в республиканском конкурсе. Кстати, жители этого дома занимаются не только клумбами, но и ставят вазоны, а также красят заборчики. В общем, полностью облагораживают родной двор. И кто знает, вполне возможно, в будущем каждый двор будет выглядеть именно так. Жители соседних дворов заглядываются на клумбы не случайно. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. Велосипедист из Испании Мануэль Кастильо решил на двухколесном транспорте доехать до Москвы. Путешествие свое начал с города Альмерия и до Москвы добирался 27 дней. Зачем он заехал в Чебоксары, узнаем из следующего сюжета. 4500 километров, 8 пересеченных стран, 5 километров потерянного веса и десятки видео с дороги в Фейсбуке. И вот она, долгожданная Красная площадь в Москве. Мануэль – частый гость в России, в частности в Чувашии. Его супруга родом из Красночитайского района. На ее родину он и совершил первое длительное велопутешествие. 2016-17 год объявили годом туризма, и Манул, так как хочет связать узы России и между Испанией, так как сейчас у нас очень много проблем с Европой насчет этих санкций, вот как-то он хотел соединить эти узы, сделая велопробег. Я, конечно, восхищаюсь им, он преодолел, можно сказать, все сложности. Это не так уж же легко, чтобы добираться с Испании в Россию на велосипеде. Очень сильно восхищаюсь своим мужем. Очень сильно люблю. В Чебоксарах Манула и его друга Франциско и Моха, сопровождавшего велосипедиста на трейлере в течение всего пути, встретили в недавно открывшемся центре маунтинбайка, который впечатлил гостей из Испании. Ранее в своей стране они слышали лишь о высоких достижениях чувашских скороходов. Теперь же узнали и о других видах спорта. По дороге сюда путешественников застали ливни в Польше, недостаток воды в Германии, однако по достижению цели все это кажется уже мелочами. Мне нравятся Чебоксары. Я уже здесь был ранее. Но отправиться сюда именно на велосипедах было большой мечтой на протяжении уже 2 лет. И ее нужно было осуществить. А то бы она осталась мечтой навсегда. И вот сейчас я здесь, и мечта осуществлена. Я этому очень рад. Рад тому, как тепло меня встретили. В среднем в день путешественники проезжали по 160 километров за 7-8 часов. Причем Франциско проезжал 20 километров на машине и ждал Манула, который догонял его на велосипеде. Таким же способом друзья планируют преодолеть маршрут Чебоксары-Байкал. Причина тому – безграничная любовь к путешествиям и к нашей стране. Россия очень люблю. Очень люблю. Чебоксары – молодец. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Всего доброго и хороших вам выходных.